случись подобная ситуация. И тот, и другой могут это сделать весьма квалифицированно. И вот как раз тот самый момент Брагин доводит. Павел Тетюхин пасует, да еще на заднюю линию в шестую зону хождания. Все здесь было необычно. И поэтому вот эта реакция белгородцев не должна удивлять. Пасует Тетюхин, а хождание атакует, ну, по сути, Пайп. Участвует в комбинации, в которой диагональный не играет вообще никогда.